Ирина Гайворонская хорошо известна не только в Одинцовском районе. Она является заместителем председателя регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», президентом благотворительного фонда «Счастье жизни». Ирина Анатольевна – инициатор известного партийного проекта «Защитим старшее поколение от мошенников». О том, как уберечься от злоумышленников, пойдет речь в передаче «Об этом стоит узнать», которая выйдет на нашем канале в воскресенье 11 ноября в 21:30. Передача вообще телефонных номеров и других персональных данных является преступлением. У нас есть статья 7 федерального закона 152. То есть операторы, там иные лица, которые получили доступ к персональным данным, к личной информации людей, они должны эти данные хранить и никому их не отдавать. В том же самом пенсионном фонде, в том же самом банке может найтись один единственный непорядочный сотрудник, либо сотрудник, который устроился специально туда на работу. Эти же мошеннические бригады, они же хорошо организованы. Достаточно одного такого человека, который получил доступ к этой информации, информация эта ушла. Как еще попадают номера? У нас как бы принято в тех же самых аптеках, да, если мы говорим про людей старшего возраста. У нас как бы принято, вот вы оставьте свой телефончик. Вот появится нужное лекарство. Да, мы вам перезвоним, пожалуйста. И тут же по этому телефончику через некоторое... Это вот хорошо, да, мы привыкли так жить. Мы вот дружим вот с этой аптекаршей, да, с этим провизором, который в аптеке, которая работает рядом с домом. Это хорошо, это удобно. Но, к сожалению, вот эти телефончики попадают к мошенникам, которые тут же звонят под видом там докторов и назначают уже целое лечение.